Вот это мой товар, то, что я продаю. Но сегодня пойдет речь не об этом товаре, а о том, как можно заработать школьнику, студенту, да вообще, в принципе, любому человеку, который, ну, хочет заработать или подзаработать, неважно, перед Новым годом. Я расскажу, какие... Но это видео будет про, получается, про сезонный товар. Потому что сейчас вот как раз-таки перед Новым годом, и я знаю, что они продаются. Я даже те же для проекта брал, вы видели, куртки. Они хорошо уходят, поэтому сейчас скажу, какие товары, в принципе, актуальны сейчас будут. Расскажу, как вам проверить товар. Допустим, там, если вы у кого-то хотите взять оптом какой-то товар и проверить его на том же Авито и так далее. Короче, ладно, ребят, всем приятного просмотра. Там подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, кому как нравится. Тут сзади меня будет товар, потому что мне его некуда девать. Ну, кто видел мой шортс, что квартира, так это еще и склад, так что... Ну, вы уже все в курсе, я думаю, по-любому. Еще я буду смотреть в телефон, потому что я выписал некоторые товары, которые будут сейчас и актуальны. Да и, в принципе, не каждый год, на самом деле, актуальны. Перед Новым годом это людям всем надо, так что как-то так вот. Так, ну, первое, на самом деле, такое банальное, ну, это вот то, что я даже проверил, то, что продаются, да, это те же зимние куртки, там какая-то зимняя обувь, но куртки... Куртки, смотрите, там не все куртки продаются, ну, в плане вот прям, чтобы хорошо. Это, допустим, там надо смотреть там каждый год, да, там, что вот это вот за North Face, Timberland, там такие же и ботинки Timberland, по идее. Ну, насколько я понял, потому что у меня как бы, ну, знакомые есть, и они вот этот каждый год товары продают. Еще также можно там найти какие-то трендовые товары, которые вот как хаги-ваги были, допустим, да, выстрелили. Если вы словили момент, то вы, получается, заработали. На самом деле еще, да, нас куча есть товара. Это те же елки, гирлянды. Сейчас по-любому они будут идти. Это вот то, что... Почти каждая семья себе покупает, каждый человек себе покупает, там те же елки, гирлянды, игрушки на елке. Ребят, хочу посоветовать вам человека, который сделает крутые превью, там шапки и многое другое. Кстати, это видео, то, что превью, это сделал он, поэтому я оставлю ссылку на Ломи Дизайн, группу ВКонтакте, так что переходите, подписывайтесь, заказывайте. Не пожалеете. Также еще сезонный товар, это вот реально, ну, как смешно не звучало, это вот костюмы там Деда Мороза, на самом деле, это тоже актуально. Еще увлажнители воздуха, это тоже сейчас сезон как раз-таки начинается. Увлажнители воздуха, они очень хорошо зимой продаются. На самом деле, это вот то, что, да, сезонное, но также... Ну вот, допустим, как я бытовую технику, это круглогодичный товар, как бы он всегда уходит. Также там те же инструменты, там, не знаю, автомагнитолы. Ну, вы смотрите рынок, допустим, вы там, ну, много же на самом деле блогеров, которые там какой-то товар рекламируют, там показывают видео, что продается и так далее. Там, да, на самом деле очень, реально очень много товара есть, которые... Я не знаю, даже я вот то, что я здесь, кроссовки продавал, куртки продавал, это для проекта брал, но они реально продаются. Вот кроссовки, я просто не изучал рынок, я просто взял эти кроссовки, это так получилось, но в любом случае они продаются. Я даже сегодня вчера одну пару кроссовок отправил, и сегодня, получается, последнюю куртку отправил, так что, ну, это то, что реально продается, и то, что будет актуально сейчас, но в любом случае нужно торопиться с этим, потому что рынок, он очень много людей там на какие-то трендовые товары, там на сезонку, да, начинает появляться очень много людей на этот товар, поэтому смотрите. Единственное, что я бы хотел сказать, допустим, вы решите какой-то товар брать, там те же куртки, да. Мой вам совет: сначала проверьте у себя, вот вы если из какого-то города, посмотрите в своем городе, во-первых, сколько их продается, этих курток. Второе, за какую стоимость. Это очень важно, потому что если вы решите у кого-то брать куртки, там, допустим, ну это я буду на примере сейчас курток говорить, да. Те же куртки, то... Смотрите, за сколько оптом, вы прикидываете, что вот, допустим, там человек продает за 3000 куртку оптом,
И там, а мало ли у вас в городе их продают за 3500, так извините меня, вы еще и за доставку как бы потратите деньги, и вам что там, рублей 200-300 выйдет куртка, ну это немножко не то, вы в любом случае изучайте рынок, там, да и на Авито на самом деле очень много оптом продают, просто вы если нашли товар, который хотите брать, проверяйте там, выставите даже несколько объявлений, не поленитесь, там, по-моему, если вы еще ничего не продавали или какой-то там другой, допустим, вы хотите товар, то там будет бесплатное объявление. В принципе, вы можете так проверить рынок еще. Там выставить эти, допустим, там куртки или елки, да, выставить и посмотреть на них спрос. Сколько просмотров, сколько добавляют в избранном, там сколько вам пишут, позвонило людей и так далее. И уже потом решайте, брать или не брать товар. Если... Ну, потому что тут рынок, он так проверяется в любом случае. Это не тот товар, вот как у меня, допустим, бытовая техника, да, там у человека в любой момент чайник может сломаться, и ему нужен сейчас. Мне очень много даже людей писало в том плане, что там человеку нужен был чайник, и он мне говорит, блин, у меня разбился чайник, мне нужен сейчас чайник. Ну, поэтому это немножко не то. Я говорю про сезонный товар, который вот, там те же куртки, елки, гирлянды, игрушки на елке, там, не знаю, там... какие-то магнитолы и так далее, что там еще можно найти товар, который там больше подойдет к подарку какому-то. Но в любом случае весь товар, его нужно проверять. Вам в любом случае надо там проверить рынок, там выставить несколько объявлений, посмотреть, как вам, сколько вам людей пишут и так далее. И фотки, главное, самое, вот реально, самое главное, это вам сделать хорошие фотки нужно. На самом деле, как, вот у меня реально хорошие, я делаю хорошие, красивые как бы фотки. Точнее, даже девушка, ну, фотографирует мне эти фотки. Если у вас, допустим, вы хотели проверить рынок, то вы можете взять у кого-то, с какого-то другого города фотки у кого-то, немножко их подредактировать, чтобы Авито вас не заблокировало, тем самым вы так и можете проверить тоже товар. Просто найти фотки более такие нормальные, взять там, обрезать немножко и выставить к себе и проверить. Ну, пока вы не взяли товар, на нем можно, на этих фотках можно проверить, актуально или нет на данный момент этот товар у вас именно в городе. По описанию я вообще не запариваюсь. Вот реально, у меня там описание, это вот по типу там, продают куртку в хорошем состоянии, там, или в идеальном состоянии, там, или абсолютно новый. Там. Короче, в таком плане, там, звоните, пишите, на все вопросы отвечу. Все, любые проверки. Все, это у меня вот реально все описание. Больше я вообще не парюсь по поводу этого. И я как понял, не особо, ну, описание важно. Ну, реально не важно описание. Главное, чтобы фотки были хорошие. Вот фотки были красивые. И от всех остальных они как-то отличались. Это может быть там на каком-то фоне. Или вот как у меня ламинат, да, на нем можно сфоткать. Это в любом случае будет аккуратно, красиво, ничего лишнего не будет. Потому что я там видел несколько, ну, там есть люди, которые там... фотофоны, да, и они какие-то разноцветные, там даже непонятно, где товар, а где вообще хоть что-то лежит. Поэтому, в принципе, на это вот главное, чтобы был минимализм. Вот это самое реально главное. Тогда вы точно отличитесь. И еще, вот много, кстати, я даже знаю, вот человек, который вот много продает, он вообще делает так, он покупает, допустим, там вот у него объявление, у него там, допустим, там 500 курток, да, он каждый день покупает иксы. Сколько там этот X10, по-моему, стоит 100 рублей. Блин, но он каждый день покупает вот эти иксы, тратит по 100 рублей, но он продает каждый день. Он всегда в топе. Вот реально он всегда в топе. Он продает, получается, каждый день там по 7, по 8, там, по 5 пар. Ну, короче, в любом случае тоже нужно об этом. Это нужно изучать все. И оно самое главное сначала проверить рынок, проверить стоимость товара, за сколько люди его продают и за сколько вы можете купить его оптом. Ну, естественно, чем меньше, тем лучше для вас. Как бы. Но не надо думать, не нужно искать такой товар, который вы там, он стоит там 500 рублей, а вы будете продавать за 600 рублей. Ну, с этого товара нет смысла, и вы будете просто измучаетесь этим. Вам надоест даже продавать. Так что вот такие вот мои советы. Здесь, ну, ничего лишнего нет. Я не стал ничего придумывать. Это вот то, что реально вам нужно знать. Все.
больше ничего мне нужно знать, как бы, ну, Авито проверить, цены проверить, там, и за сколько вы оптом можете купить, и, ну, вообще, в принципе, рынок, насколько он у вас актуален и так далее, ну, сколько объявлений, сколько людей выставило. Так что, ладно, ребят, вот такое вот видео получилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, кому как нравится, всем пока!